сотрудникам покупать новые машины, это правильно. Церковь. С начала года, однако некоторые... Что такое? Можно. Иди к ней. Какой кис-кис? Она же собака. Иди, подойди, погладь ее. Это для министров и директоров департаментов. Что ты ее боишься? Ко мне. Ну погладь ты ее. Черри! Те самые люди, которые продают авто с хитринкой, говорят, Черик. Что делать нехорошо. Хитрюга! Да. Огрызать. Черри! Так. Черри! Нельзя так делать. Упущенный пробег надо наказывать тюрьмой. Общественность снова... Мама, куда малыша? Вон там ведро есть. Вообще приложений много. Нет, не на квартирах, а даже в аккаунтах социальных сетей. Что, она кошка, что ли? Я не вижу доску позора, чтобы все пальцем тыкали и отворачивались.